Студия Здоровки представляет. Алина, мне такой сон приснился, что мы танцевали. Серьезно. Алина, прямо сейчас? Да. Всем здоровки! И сегодня мы с Алиной присутствуем здесь. Алина, скажи здоровки. Да. У нас сегодня веселое чаепитие. Алина выпила весь чай. Там ничего нету. Черт, там есть кое-что. И сегодня мы хотели бы с вами поболтать. Итак, все же у нас сегодня культурное чаепитие. Достаем свои чашки. Мы решили поговорить на английском. Alina, I'm Natasha from Russia, and I like drink tea, and I like eat apples, and you know how I like eat apples. I like ogres, very big ogres, like ogres be like Og. And tell me about you. Two. About yourself. Two. I'm two. Do you know ogres? Yes, I'm Natasha. I'm. What? I'm from St. Petersburg. I'm from Russia, but I'm... Ой. Опять тоже можно сказать... Russian! Russian language! Shit! What is the shit in the packing? Okay. Stop talking, please. Stop talking. Stop talking! I don't wanna have problems. Okay. See you later! Go away! Мы продолжаем наше чаепитие и разговоры. Я бы хотела спросить Алину, какие печенья ты больше любишь? Шоколадные. Шоколадные? У меня есть шоколадные печенья. Я все съела. Да ладно, вот они. Да я вижу, почему они все раз? Не знаю, я такие ел, кто-то раскромсал. А вы любите мятные? Синтечки. Между прочим, мятные пряники еще вкусные. Попробуйте. Да. Как у вас дела? Расскажите. Да, расскажите, как у вас дела. Сейчас. Давай! Рассказывай. Итак, мы хотим устроить некий театральный опрос. Мы будем отвечать на вопросы. Я учительница, а это мистер Босс. Хочу вам сказать, что это герой из моих вайнов. Я большинство как бы вайнов посвятила только им. Итак, первый вопрос. Какой ваш любимый цвет? Я уступаю вопрос Боссу. Отвечайте первый. Мой любимый цвет черный, потому что он все закрывает и ничего не видно. А теперь отвечу я. Мой любимый цвет розовый. У меня даже розовый калькулятор с собой. Вы не видите, что он розовый, но он розовый. Следующий вопрос. У вас есть дети? Я скажу честно. У меня дети — это все классы, которые я веду. Так-то детей-то у меня нету. Ты хоть их любишь? Да. У меня и сын. Мы оба бизнесмены. Ваш любимый фильм? Босс, какой ваш любимый фильм? Шерлок Холмс. Шерлок Холмс — это, конечно, очень интересный фильм. Но я люблю смотреть «Дикий ангел» на Ю. Как вы относитесь к курению? Я отношусь негативно. Потому что это зло, смерть, срам, позор, фу. А вы? Тоже негативно. Но вы же курите. Тух. Ну курить тушь, это же тоже плохо. Следующий вопрос. Кто вам нравится? Босс, кто вам нравится? Вы. Продолжение следует.